Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей. Происшествие случилось 10 декабря на 44-м километре дороги Нижневартовск-Радужный. Ранним утром около половины пятого микроавтобус УАЗ, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Rio. Водители и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия. Водители и пассажир УАЗа получили травмы. Установлено, что погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности. Причиной дорожно-транспортного происшествия послужило утомленное состояние одного из водителей, участников дорожно-транспортного происшествия. В остальных причинах будет проведено расследование. Уважаемые водители, попрошу воздержаться от поездок на дальние расстояния в настоящее время при аномальных низких температурах.